Мы продолжаем наш выпуск. Подать заявку в свой проект и выиграть в конкурсе, получить весомую денежную премию может каждый. Только нужно поторопиться. До окончания приема заявок на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» осталось ровно неделя. 31 мая заканчивается подача заявок на проекты по четырем категориям – инициатива, команда, объединение и сообщество. А уже 13 июня стартует защита работ в муниципалитетах. Заявители должны представить свои проекты лично. Презентация авторами – обязательный этап конкурса на присуждение премий. Затем проекты проанализируют профильные эксперты, их оценит Совет по присуждению ежегодных премий, а уже в сентябре состоится церемония награждения лауреатов. Напомним, за 5 лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек. Денежную премию до 500 тысяч рублей получили 10 тысяч лауреатов. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.